ситуации, неожиданностей много. Но и достаточно классических побед со счетом 1-0. Аут в пользу сборной Дании. Там Дилей не сместился. До Систа мяч не доходит, но тут же датчане организуют прессинг. Йоргенсен, скидка, удар, поворот, 1-0. Кристиан Эриксен, какой блестящий удар. Ну и умница его партнер за спину. Крученым пасом вот так вывел Эриксена на удар. Такое еще надо исполнить. И Эриксен справился. Роскошный гол. После потери мяча тут же датчане включились в прессинг, заставили соперника ошибиться. Вот, пожалуйста, повтор. Казалось бы уже, да, австралийцы думают о контратаке. Мяч теряют. Йоргенсена тут никто не держит. И хорошая скидка в центр штрафной. Ну, а Эриксен – это настоящий мастер. Да. Сложный удар после отскока, чуть положив корпус, подстроившись. Вот так попадает под перекладину между рук Мэтью Райану. Браво. Ждали от Эриксена, наверное, в большей степени голевых передач. Хотя и бомбардир он знатный в отборочном цикле. Чуть ли не все мячи дали.